Я хотел бы записать небольшое видео о ношении священником подрясника. Лично я с момента своей хиротонии всегда хожу в подряснике, где бы ни был, за одним исключением, которое я недавно описал у себя в соцсетях, рассказывая о таком конспиративном крещении человека в арабской стране, которое мне довелось совершить. И вот ради его безопасности, чтобы не навлечь на него какие-либо подозрения, я вот пошел на такое исключение, а так обычно хожу всегда в подряснике. Я хотел бы сразу подчеркнуть, что это видео я не хочу позиционировать как осуждение тех священнослужителей, там, священников, диаконов, которые не носят подрясник все время. И я против того, чтобы по этому признаку там выносили суждения о священнике, как иногда бывает миряне вот считают, что вот там, если священник там снимает подрясник, то значит он какой-то бездуховный и так далее. Я лично знаю некоторых священников, которых очень глубоко уважаю, и которые вот не носят подрясника, ну просто потому, что их так научили в молодости, когда они там только приняли сан. Они это приняли как благословение там от своих духовников, допустим. Или же я знаю пример, когда епископ запрещает носить подрясник. С таким запретом я не согласен, считаю неправильным, но, собственно говоря, священника, который в исполнении этого епископского благословения поступает так, я тоже, мне кажется, не вправе упрекать или обвинять. Поэтому данное видео я ни в коем случае не хочу, чтобы воспринималось как некое там осуждение или обличение тех священников, которые ходят в гражданском. Но мне вчера написал один священник, который вот сказал, что я хотел бы решиться на то, чтобы все время ходить в подрясники, но вот не хватает уверенности, смущаюсь, и он меня попросил записать видео на эту тему, и поэтому ради его просьбы я как раз таки и записываю. Вначале, конечно, нужно сказать о том, что ношение священником священнических одежд – это каноническое требование. 27-е правило Шестого Вселенского Литургского Собора гласит: «Никто из числящихся в клире да не одевается в неприличную одежду, не пребывая в ограде, не находясь в пути, но всякий из них да употребляет одежды, уже определенные для состоящих в клире. Аще же кто учинит сие на едину седмицу, да будет отлучен от священнослужения». Вот как толкует это правило священный исповедник Никодим Милош. Это правило ясно. Как во времена Трульского собора предписана была форма одежды для священнослужителей, так и ныне этот вопрос урегулирован законодательством поместных церквей. И поэтому каждый клирик должен подчиняться, иначе, согласно этому правилу, подлежит отлучению от священнослужения на одну седмицу, то есть неделю. Этот порядок строго соблюдается сейчас в некоторых поместных церквах, например, в Латской православной церкви. Если клирик выйдет на улицу, так сказать, в гражданской одежде, то он может за это быть даже лишен священного сана. Такой же порядок был и у нас до революции, вот порядок обязательного ношения духовного платья, как это тогда называлось, и не только до революции, но и долгое время после революции, и в 20-е годы, и в 30-е годы, подавляющее большинство духовенства продолжало ходить на улице в подряснике, в рясе даже, хотя это было тогда и небезопасно, и это, конечно, зачастую означало исповедничество. Потом, по мере того, как уходило духовенство дореволюционного поставления, следующее поколение духовенства вот в СССР, оно уже отходило от этого правила. Хотя вот еще священный исповедник Лука Войно-Ясенецкий даже в 1954 году вот запретил священника в священнослужении на полгода, в том числе за упорное ношение повсюду гражданской одежды вопреки клятвенному обещанию, данному при посвящении в священный сан, всегда носить присвоенную духовным лицам одежду. Этого обещания, кстати говоря, в современной священнической присяге нету, но вот, видимо, в то время оно было, и как раз-таки за нарушение ее священный исповедник Лука и наказал одного из своих священников. К концу 1980-х годов уже все или почти все белое духовенство ходило по-граждански, вне храмов. Ну, тогда было время гонения, и именно ссылка на время гонения это и оправдывает вот отход от исполнение того правила, которое я процитировал в начале. Однако гонения прекратились, а привычка осталась.
в силу этой привычки уже, ну, в рукоположенном священникам, там, в 90-е годы, допустим, начало 2000-х годов, им уже казалось, что, наоборот, это норма, это порядок одевать подрясник только в храме, а выходя из храма снимать его и ходить в гражданской одежде. Ну, конечно, среди священнослужителей, рукоположенных уже после падения СССР, стали появляться и те, которые вот носили и носят всегда духовное платье. Конечно, это более соответствует понятию священства, поскольку мы являемся священниками не только в храме, да. Священник остается священником всегда. Надо сказать, что вот я долгое время не планировал становиться священнослужителем, и когда это случилось, мне был 31 год тогда, и я помню, что вот когда я первый раз поехал в город и поехал на метро в подряснике, и я на себе чувствовал вот взгляды всех, вот это ощущение, что вот все на тебя смотрят. Конечно, вот я психологически понял тех священников, которые все-таки решили снимать с себя подрясник, когда они выходят, потому что психологически это причиняет дискомфорт, когда на тебя устремлены взгляды всех. Некоторых отталкивает именно вот это. Но на самом деле к этому привыкаешь и даже перестаешь обращать внимание. То есть этот дискомфорт, он довольно быстро уходит. Другие причины, которые могут останавливать священнослужителя от того, чтобы ходить в подрясники, это, как некоторые говорят, там, соображение безопасности или же нежелание скомпрометировать там образ священнослужителя. Но что касается первого, то, мне кажется, во многом, если мы говорим про Россию, это преувеличенная опасность. Я уже 9-й год хожу в подряснике, и, собственно говоря, за это время только пару раз встретился с агрессией в свой адрес. И, может быть, еще пару раз с таким насмешничеством. За 8,5 лет это не так уж и много. Но если по отношению ко мне проявляют агрессию или насмешничество только лишь из-за того, что я выгляжу как священнослужитель, только лишь из-за этого, то, мне кажется, это не то, чего священнику нужно бояться. Как апостолы, которых побили за Христа, они шли и радовались, и благодарили, что Господь им сподобил их пострадать за Него. Кроме случаев какой-то прямой агрессии или насмешничества, есть целая группа случаев, гораздо более многочисленная, которая, ну, доставляет, скажем так, дискомфорт людям, которые ходят в подрясниках. Это приставание пьяных людей. Для пьяного человека, вот человек в подряснике, это просто как красная тряпка на бока, они сразу же бегут и начинают либо просить деньги на новую порцию выпивки, либо грузить пьяными разговорами. Что касается пьяных разговоров, они могут быть выглядеть как даже какие-то там покаянные или какие-нибудь там задушевные там или еще чего-то, но на самом деле это ничего не значит для того человека, который в пьяном состоянии подходит. Он говорит человеку, находящемуся в таком состоянии, что-либо там о духовной жизни, там, или о исправлении его жизни, даже если он сам об этом просит, это абсолютно бесполезно и бессмысленно. Поэтому лично я выбрал для себя такое поведение при этих разговорах. Если человек там настаивает на разговоре, то приглашать его на исповедь в трезвом состоянии, как правило, никогда не приходит, но тем не менее, и спрашиваю его имя, и говорю, что помолюсь, и действительно молюсь. Если человек настаивает, чтобы я его выслушал, я его выслушиваю, и при этом стою, молюсь за него про себя. Ну, человек выговорится и пойдет дальше по своим делам. То есть я здесь не вижу особой трагедии в том, что вот пьяные пристают, хотя это доставляет действительно неудобства, особенно если ты идешь с кем-то, допустим, не один. Ну, кроме вот этих моментов, которые я упомянул, есть много позитивных моментов в том, что священник ходит в подряснике. Многие люди подходят под благословение. Немало людей за все это время подходило с вопросами трезвых людей, с серьезными вопросами. Даже порой случались такие очень серьезные, глубокие разговоры, как с православными людьми, так и с неправославными, но которые интересуются православием. Ну и вообще в миссионерском отношении подрясник очень полезная вещь. Помню, например, случай в Индии, в Мумбаи, когда я был, и мы вышли там за ворота вместе с моими спутниками, они сели в машину, я собирался сесть вместе с ними, чтобы там поехать по делам куда-то, и ко мне подходит индиец и спрашивает меня: вы православный священнослужитель? Я отвечаю: да. Он говорит: я давно хочу стать членом православной церкви.
Но я здесь, конечно, отменил свою поездку и остался с ним, и мы с ним долго беседовали, да, началось его оглашение, и потом мы этого человека приняли в православие. То есть, как бы, если бы я был без подрясника, этого бы просто не произошло. Иногда сам по себе вид священника оказывает благотворное воздействие на кого-то. Я помню, когда я еще сам был мирянином, но шел по улице со священником, который был в подряснике. И вот мы проходили, там двое ребят, подростков там спорили, о чем-то между собой ругались. И когда мы проходили, один из них посмотрел на вот моего спутника, священника, и сказал своему другу, что вот я бы тебе сказал, что я тебе думаю, но не буду, потому что батюшка рядом идет. А какие-то дети, наоборот, именно через это узнавали, что вообще есть священники. Я нередко, когда хожу где-нибудь по улице или в магазин захожу, то слышу, как маленькие дети спрашивают своих родителей, а кто это такой? То есть они никогда вообще не видели священника, даже как он выглядит, видимо, потому что их родители не ходят в храм и их не водят в храм. Особенно забавный случай был, я помню, когда шел по улице, там остановилась такая машина, джип, оттуда вышла женщина, девочка маленькая, вот девочка на меня смотрит такими большими глазами и говорит: «Мама, смотри, волшебник идет». Конечно, когда видишь, сколь много детей, которые вообще не знают, что такое священник, как он выглядит, то понимаешь, насколько как бы сильно значительная часть нашего общества удалилась уже от церкви. В том числе и поэтому священнослужителю стоит ходить в подрясники, чтобы люди не забывали, что церковь есть, что священники есть. Ну, а что касается вот идеи о том, что якобы там вот сделаешь что-то плохое и тем самым скомпрометируешь священный сан, так мне кажется, не надо просто делать ничего, чтобы компрометировал священный сан, независимо от того, в подряснике ты или без подрясника. Но, конечно же, не этим, повторюсь, определяется, каков священник, там, ходит ли он в подрясники или без подрясника. Конечно же, самое главное – его вера, его отношение к своим священническим обязанностям, его отношение к своим посомам, его личные нравственные качества и христианская жизнь. Это, конечно, на первом месте, но ношение подрясника тоже не бессмысленно, это тоже некоторая и самодисциплина, и некоторая, пусть микроскопическая, но, может быть, жертва ради Господа. Потому что без подрясника, конечно, ходить намного комфортнее. И не только для самого священника, допустим, для его супруги. Но все-таки, на мой взгляд, оно того стоит. И вот что я хотел сказать этим видео, чтобы священники, которые размышляют над этим, они не стеснялись решиться ходить в подрясники все время. Оно того стоит. Но этих священников, которые решили для себя все другое, я не дерзаю ни как-то упрекать, ни исправлять, тем более, упаси Господь, потому что я на это не поставлен, да и желания к этому не имею. Как говорит Писание, блажен, кто не осуждает себя в том, что избирает.